Только что стартовала первая совместная российско-турецкая патрулирование трассы М4. Наша группа находится в бронеавтомобиле «Тайфун». Также от российской военной полиции в патруле бронеавтомобиль «Тигр» и БТР. 3 единицы техники от турецких военнослужащих. Вот вы видите за моей спиной бронемашину турецких военных. Патрулирование проходит по трассе, которая соединяет Латакию и Алеппо. Здесь же находятся позиции турецких военных, здесь же территория, которую контролируют боевики.